И добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать наполнение майской коробочки от Glossy Box. Ну, как всегда, тут лежит карточка с наполнением, с ценами, с сайтом. Подсказочка, что же будет в следующей коробочке. И в следующей коробочке будет гель для кожи вокруг глаз от 111 Skin. Ложили уже маску от этого бренда. Мне она не понравилась, но надеюсь, что гель будет гораздо лучше. Вот такая вот карточка с описанием. Также ваучер на 60 паундов от бренда Macberg. Вот кому интересно, до 1 апреля. Там это часы. Ну, по-моему, самые дешевые 120, что-то в этом районе 120 евро. Ну вот 60 евро можете получить скидку. И сама коробочка была в обыкновенном стандартном оформлении. Ну что ж, давайте посмотрим наполнение. Первое, что было в этой коробочке, это вот такой скраб для тела, Detox Scrub от Scrub Love бренда, и он с авокадо и алоэ вера. Здесь 100 грамм, стоит он 13,95 на официальном сайте, я все сайты подпишу под видео. Вот такой он, значит, 100% натуральные ингредиенты, здесь и кокос, то есть шелуха кокоса, зеленая глина, авокадо, алоэ вера, масло эвкалипта. Вот такой вот. Для всех типов кожи он. Ну, посмотрим, как выглядит все это внутри. Давайте, я уже открыла. Так, ну что ж, я так понимаю, что скрабирующие частички — это скорлупа кокоса. Вот именно она и должна делать эти скрабирующие частички. Запах, конечно, отвратительный, мягко сказано. Так вот он выглядит. Попробую взять. Посмотрим. Отвратительный просто запах. Что-то вперемешку, непонятно что. Кокоса я тут вообще не чувствую. Вот такой вот скраб. То есть при скрабировании он при контакте с водой он превратится в масло. Я вот такие не очень скрабы люблю. В принципе, не травмирует кожу. Он такой и скрабирует, но и не сильно, чтобы прям поцарапать вашу кожу. В принципе, скрабирует скраб хорошо. Чуть-чуть увлажняет, но не сильно. То есть не так, что прям вся ванна, она в масле. Вот как бывают такие прям масляные скрабы. То этот нет. Он в принципе скраб неплохой, но у него отвратительный запах. То есть я себе не куплю только ради запаха. Он настолько отвратительный, что просто ужас. Не знаю, как они так не подумали совсем о запахе. Возможно, потому что это все-таки натуральный продукт, но невозможно просто им пользоваться. Дальше это бальзам. Бальзам для, в принципе, он и для губ, и для волос, и для лица, и для кутикулы, для всего, чего хотите. Это такой бальзамчик, стоит он 6,95 на официальном сайте. И бальзамчик этот от доктора Пол Пол. Просто вот такой оригинальный бальзамчик. Кстати, здесь 25 миллилитров, но продукта всего лишь вот столько. Вот столько. Я не знаю, навряд ли, что-то я сомневаюсь, что вот это 25 миллилитров, ну да ладно. Я, в принципе, не особо любительница такого типа бальзамов и не особо люблю пользоваться вот такими бальзамами. Мне больше нравится, когда они в стике. Вот.
Сейчас такой он еще. Сложно его выдавить из баночки. Вот он. То есть должен очень хорошо увлажнять. Увлажняет, в принципе, действительно он неплохо. Запах у него абсолютно никакого нету. Неплохой бальзамчик. Тут, мне кажется, даже где-то было написано, что его можно использовать как и хайлайтер. Вот он такой дает мокрый эффект. Ну, конечно же, больше это как именно бальзам. Я бы не купила бы себе такой сама бальзам, так как вот не очень люблю такую очень плотную текстуру и не очень люблю именно в такой баночке. То есть это такая объемная баночка, чтобы носить, допустим, с собой там на работу или куда-то еще, или просто даже вот так вот. Значит, вот, чтобы носить его на работу неудобно, или даже просто чтобы лежала на полочке пользоваться, она относительно большая и неудобная. Он очень-очень плотный, неудобно его оттуда доставать. Также в майские коробочки от Glossy Box положили вот такие вот тени. Нет, это не тени, это румяна. Румяна от Ruby. Стоят они 14,99 евро на официальном сайте. И они в коралловом оттенке. Тут тальк на первом месте, кстати, хочу обратить ваше внимание. Такая обыкновенная упаковочка, ничего такого прям вычурного. Открывается она вот так на всю. И вот такой вот оттеночек коралловый. Я не особо люблю коралловые оттенки, но очень мягкая текстура, очень гладкая. Вот такие легенькие румяна, как я уже сказала, очень такая прям шелковистая кремовая текстура. В принципе, неплохие, особенно кому нравятся такие вот коралловые оттенки. Может быть, по цене он такой 14,99, относительно дорогой. Даже если честно, не знаю, почему он такой дорогой, вроде и упаковка обыкновенная. Ну и тени, я не скажу, что они какие-то прям вау, что что-то в них такое есть. Может быть, они такой дают натуральный какой-то оттенок, эти румяна. Но за 14,99, мне кажется, это очень завышенная цена для этих румян. Не вижу я что-то в них такого, что-то, чтобы прям... Единственное, что очень мягкая текстура. Вот это да. Ну, плюс еще на первом месте тальк, не знаю. Может, только что вот такой натуральный оттенок дает. И все, как бы, в принципе, больше я не вижу причины, почему он должен быть таким дорогим. Вот он такой кирпичный тут. Вот, и что у нас тут дальше? Дальше вот такой крем для ног. Питательный крем для ног от бренда -417. Были у меня от них шампуни, очень классные шампуни. Мне они очень понравились, шампунь и кондиционер просто супер. Стоит этот крем 14,50 на их официальном сайте. Ну и как... Коробочка Glossy Box позиционирует, что после зимы, осени ножки, возможно, нужно привести в порядок. И вот этот вот питательный крем с этим хорошо справится. Вы знаете, он действительно классный. Здесь вот Ocean, -417. Ocean. И крем этот просто потрясный. Вот он тут. Питательный крем для ног. 50 мл. Кстати, крема тоже было... Вот так вот где-то. То есть не полная баночка. И очень-очень мне понравился крем. Он очень вкусно пахнет. Он действительно очень хорошо питает ножки всю ночь. И даже, вы знаете, с утра встаете и чувствуете вот это питание. Очень классный крем. Сколько он? Так, 14,50.
В принципе, для крема для ног немножко жалко таких денег, но он достойный, то есть он стоит своих денег. Очень мне понравился этот крем для ног, вот он такой вот. Быстро впитывается, но прям вы чувствуете вот это вот питание ножек. Очень хороший крем. И очень вкусно пахнет. Так вот он. Очень питательный, действительно, действительно хороший, классный крем. Особенно на зиму. Вот, может быть, на лето он немножко будет, за много его будет, потому что жарко. Но вот на зиму обалденный крем. Очень-очень хороший, очень хорошо питает ножки, увлажняет. Достойный, хороший крем. Советую присмотреться к нему, у кого есть возможность. Ну и последний, это вот такой скрабер, даже не знаю, как его назвать, с такой умной технологией. Это для тела скраб, то есть они решили положить скраб для тела и вот такой спонжик для тела. То есть он идеален для путешествий, стоит он 4 паунда. И он вам говорит, когда нужно поменять его уже. Ну, давайте откроем, посмотрим, как все это у нас выглядит. Вот такой скрабик. Кстати, вы знаете, очень классный скраб. Он прям вот здесь вот такая у него скрабирующая, я бы сказала бы, часть. Здесь такая мягенькая и очень удобно скрабировать. То есть вот держите и скрабируете тут. И когда вот здесь надпись сотрется, это значит время менять уже сам вот этот вот. Вот, тут написано, что поменяйте меня, когда надпись уже сотрется. То есть как сотрется надпись, значит это говорится о том, что пора менять губку. Или что это такое, скрабер этот. То есть такая умная, понимаете, да, технология. Но, кстати, вы знаете, скраб очень хороший. Он такой, мне кажется, даже к нему не обязательно иметь какой-то дополнительный скраб. Он сам по себе очень хорошо скрабирует. Прям так вот, хорошо скрабирует. И, кстати, удобно. И стоит он, в принципе, недорого, 4 паунда. Я думаю, что я к нему присмотрюсь. Очень удобный и хороший, особенно там ноги обрабатывать, допустим. Ну вот, такие вот были, такое было наполнение у коробочки Glossy Box за май. В принципе, мне здесь понравился вот этот скраб и крем для ног. Остальное как бы не очень мне понравилось. Вот так вот. Ну, это было такое весеннее наполнение, то, что Glossy Box считает хорошо иметь именно в начале, в конце уже весны. И, как я уже сказала, в июньской коробочке будет вот такой вот гель для глаз, для кожи вокруг глаз от One 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 Skin. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока.